Тебе не станет плохо? Мне плохо от этого не станет, потому что я играл уже в эту карту, я знаю, что там... Ребят, сразу предупреждаю, без шуток, здесь реально может голова закружиться и стошнит вас, серьезно. Так что, если что, вы предупреждены, значит вооружены. Предупреждён, да. Да. Так что, это, если вам плохо станет, просто отвернитесь, не смотрите, просто слушайте. Или в чате посидите просто. Так, я фон-то не включил. Это не та карта. Не та сложность. Мне уже страшно. Какой кракен заботливый, спасибо. Это еще не все. Это только начало. Эпилептикам, ребят, пожалуйста, закройте глаза или отвернитесь, слушайте просто музыку. Эпилептики вышли все. Не спрашивайте меня, как я в это играю. Мне хреново всегда, так что мне дом. Как вам такие карты? Скоро мои глаза однозначно ничего не будут видеть. Я живой. А ты? Я тоже живая, вроде. Ты это смотришь? Да. Не на полном экране, конечно, потому что я читаю чат. О, вот этот эффект. И без музыки. Потому что я буду слышать себя. Ты дурак? Выходи давай из этого. Я сейчас да. Андрей, блин. Ты меня слышишь? Да. Выходи. Вообще по кайфу, но... Написали, что ты монстр. Господи, что это такое? Музыка сильно играет роль? Да. Понятно. Почему мне нормально? Просто спрашивает, как дела. А у вас как дела? Будь моим учителем. Угу. А лучше моим. Научи меня играть. Глаза!